Дженевис. А, Порта Дженевис, да? Сказали, что это какая-то новая экскурсия. Ну да, это раньше был заповедник, а сейчас это место сделали доступным для туристов, да. Не холодно? Прекрасно. Прекрасно. Как вас зовут? Валентина. Валентина, откуда вы? Казахстан, Костана. А, о, вы все вместе, да? Да, да, да. Ну, сегодня будем общаться, хорошо. Море синее. Правда, удивительное сегодня моречко такое красивое. О, какие яркие, смотрите, сколько дней уже. Ну, мы с 30 числа здесь, нам очень нравится. Уже здесь не первый год, и надеемся еще прилететь, приехать. Дай бог, будет здоровье, время, ну и все остальное. Привет! Как дела? Хорошо. Хорошо? Нравится в Турции? Да. Молодец. Плавать умеешь? Да, да, да. Он может утонуть. Да, надо аккуратно надо. Папа это, да? Как папу зовут? Аслан. Аслан, а тебя? Айсана. Айсана? А мне Нурислам. Понятно, молодцы. Вас как? Максат зовут. Максат, как вам впечатление первое? Очень хорошее. Лена, как водичка, Лена? Ой, шикарно, как и обещали. 36,6. Да, 36,6 далеко, да. Скажи-ка, 36. А 22. 22, о. Плюс-минус. Никита ползет. Посмотри, какой. Плавать не умеет, а прыгает, а. Это лечебная грязь, да? Да, для лечебной грязи, как пилинг. Пилинг? Да, ну а. Для здорового минимальной недели надо делать. Неделю? Да, неделю. Сначала надо грязь, и после надо сушить. Вот мажьте, прошу. Ну как мы надо вот так лицо намазать, тебя никто не узнает. Да, да, да. Что-то... Эффект какой? Надо подождать, сказали. Подождать. Ладно. А вот он только что с этим... Сказали, надо неделю мазаться, я вот так. Я вас не помню, чтобы... Я не говорю, только неделю. Вы согласны? Как впечатление вообще? Ой, нам нравится. Мы каждый год летаем. Каждый год? Да. Ну, погода вот такая нормальная для вас? Ну, как бы нормально днем, но вечерами прохладненько. Вечерами еще прохладно. Хорошо, нам нравится. Ну, мы как обычные южане. Хотелось бы потеплее, но то, что есть, мы принимаем так, как есть. Да, да, да. Ну просто этот май чуть-чуть необычный, много да, дождиков. Везде необычный, да. У нас так же. Ну все равно вот купаемся, отдыхаем, все прекрасно. Да, вода продолжается. Да, да. Специально зашел поглубже. Вот вы уже плаваете, не стоите же, да? Нет, я стою. А, вы еще стоите? Чуть-чуть дальше уже глубже, да, будет? Да, уже не стоишь. Ну уже потеплее. Вот, 23,4. С каждым днем все теплее и теплее. О, в ластах как хорошо. Вот это я понимаю. Танцы. Наталья, привет. Привет. Вот это да. Это что такое? Это мазь целебная. Целебная. А ты становишься моложе на 20 лет и богаче. Помолодеете еще лет на 10. Да, не говорите. Как вам экскурсия? Нравится? Грязь не хотите попробовать? Как вас зовут? Анфиса. Анфиса, вы откуда? Беларусь. Очень приятно. Вот ютубчик снимаем, людей развлекаем. Сами развлекаемся, людей развлекаем. Вы что, блогер? Да, начинающий. Какую передачу ведете? У нас называется канал Анталия Браво. Вот. Снимаем пляжи, море, путешествия, магазины. Ну, все такое вообще. Понятно, и туристов отдыхают. И туристов, да. Ариана, как впечатление? Хорошие. Это мама, да? С мамой ты? Да. Молодцы. Попробовала грязь, да? Хорошо? Да, мамочка молодится. Ясно. Хорошего отдыха вам. А, бухта Порта Дженевис, да? Да, бухта Порта Дженевис. А следующая бухта Сазак. Сазак называется? Сазак. Тоже хорошая бухта. А еще спокойно, ветер там не бывает.
Очень весело. Вот видите, люди умеют радоваться, молодцы. Ну а так как бы все нравится, все классно? Да, в целом нам нравится. Мы же не первый раз приезжаем в Турцию. Ну, надеемся, что, может быть, оставшиеся дни хотя бы погода будет получше. Да-да, уже все наладилось. Просто в мае, да, было так дождливо чуть-чуть. Иногда то солнце, то дождь, так вот как-то переменно. Хорошо. Хорошего отдыха. Да, спасибо. Ресторан Маса, Зани, Сёкидзяс Брэй. А, потом ресторан будет? Да. А вот Таш, это Буне? Таш, депо. 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 Склад. Это склад, вот каменный. Это склад. А Буни это что? Бу Ятахане. Тоже Сизин? Патрон Нарн. А, патрон живет. Здесь, короче, ребята, начальник живет. Здесь склад, здесь столовая, ресторан. Вот, а палатки там можно арендовать. Пойдемте посмотрим. Вот, со своей палаткой, говорит, тоже можно, но все равно за место будете платить 500 лир. Ребята, морские гуси. Первый раз вижу морских гусей. По морю плавают, по Средиземному. В речках видел, в озерах видел, а вот в море первый раз. Ой-ой-ой. Красавец, красавец. Кролик. Тавшан. Тавшанчик, привет. Ой. Такой деревенский колорит, как будто ты в турецкой деревне живешь, в горах. Смотрите, какие высокие горы красивые. Вот, и к тебе в гости приезжают туристы. Молодец, молодец. Молодец. Тебе поможем, не переживай. Мы тебе поможем. Вот, теперь посмотрим, как мама плавает. Раз. Мама нормалек плавает. Все, молодец, молодец. Красавчики. Наталья, с тобой как в том мультике этот. Сначала за зайцем бегал, чтобы сфотографировать. А потом, чтобы фотку. А потом, чтобы фотографию отдать. Уплывает и все. Не поговоришь с ней даже. Ну, сегодня прям замечательный, да, день? Сегодня вообще обалденный. Обалденный день. Просто пару дней назад дождик был, поэтому... Ну, мы были уже. А, вы уже приехали, да? Да, мы уже 4 дня здесь. А, в дождик надо, знаете, куда? В хамам идти. Здесь в Кемере есть экскурсия, хамам называется. Мы в сауну ходили. Ну вот, хамам, сауна. Ну, хамам, а мы в сауну. Молодцы, так, здорово. Нормально. Но. А вот наши друзья. Наталья, вы куда от дождя убежали? Мы в этот, Памуккале ездили. Памуккале? Там солнце. Да, Памуккале, оно же подальше там, да, от моря. Поэтому вот такой лайфхак для туристов. Если приехали и тут дождик, убегайте на Памуккале. Что Памуккале, на него везут и с Анталии, с этого побережья, и с Эгейского побережья тоже туда везут туристов. Поэтому там всегда колобалык, там всегда много людей. Это, по-моему, вторая по посещаемости в Турции экскурсия по Памуккале. Первая в Стамбуле, самая такая посещаемая. Ага. Севиорум, макароны севиорум. О, гарька. О, рыбка. Чикен. Чупра. Чикен чупра. Чупра. Чикен. Салатик. Салатик. Да. Вот. Представьте себе. Ничего себе, ты шустрая. Молодец. Меню. Или чупра. Или чупра, или наггинсы, да? Скажи, я самая голодная. На выбор, да, что-то да, дают? Да, мы самые голодные. А, во, молодцы. О, наггинс, наггинс. Тешекюрлер. Тешекюрлер. Добро пожаловать, пошкадзе, дефендим. О, спасибо. Тешекюрлер. О, хорошо. Теперь. Я думаю, еще больше места. Что, вкусные наггинсы? Да. О, хорошо. Смотри, какой. А, ой, вы здесь смотри. Устроились, да? Можно к вам присоединиться? Конечно. Давайте. Тебя ждем. Пообщаемся, посидим. Приятная погода. Вот. Это другое дело. Эрхан.
Эрхан. Эрхан. Да. Эрхан. Большой водитель. Да. Сыс? Водитель. Водитель? А имя, ады не? Юсуф. Юсуф. Эрхан и Юсуф. Чок гузель. Анталия, чок гузель. Антон и Виктория. Антон и Виктория. Ничего себе, как у вас тут. Все серьезно прям. Вы вдвоем живете, да? Или еще кто-то есть? Есть еще у нас один товарищ. А, он там с вами тоже. Да. Что, рыбку ловите? Ловилась рыбка, нет? Не, рыбку не ловили. Так с собой что принесли, да? Да. Мы веганы. А, вегетарианцы. Да. Интересно, вы такой стол себе сделали из камушков, прям все, все оборудовали. Кухня с видом прям... на море. Классно. Прям советую. Вы еще знаете, что это? Баньку сделайте. Здесь же из пленки делают с как камешками. Бы это. И с камешками, да. Камушки думали, нагревают. Думали, вчера, потому что вчера было. А, видите? Да? Холодно, да. Вчера холодно было. Здорово. А вы ютубчик не ведете, инстаграмчик там что-нибудь такое, нет? Нет? Так по-тихому отдыхаете для души, да? Для себя. Молодцы. Ну, была бы у вас банька, я бы в баньку бы сходил. Хорошая бизнес-идея. Да. Спасибо. Сколько еще дней планируете побыть? Еще только два. Месяц? Да вы что? Ничего себе. Вы тут одичаете. За месяц одичаете. А, за едой вы пешком ходите в город, что ли? Ну, так, на байдарке. А, на байдарке плаваете? Видите, арендовали две байдарки. Катаются. А, вот там еще палатка стоит. Это друг отдельно живет. Друг отдельно. Гамак. Шахматы. Было бы времени побольше, в шахматы бы с вами сыграл бы. Ну, приезжайте. Ладно. Все, ладно. Пока-пока. Можно приехать, как бы полезное с приятным совместить. Правильно делают рекламу они. Лаврушечки. Поток у них туристов. Да, сказали бы остров Лаврушки, да, и да, все. Нарвете, свежий, нарвете, какой хотите. Да, да, да. Лаврушка в дикой природе. Да, да, да. Вот видите. Что привезти с собой из Турции? Лавровый лист. Лавровый лист. Никогда в жизни. Первая в жизни ракушка в моей жизни. Для Анфисы. Офигеть, какая она красивая. Никому не показывай. Сейчас послушай, что шум моря. Никуда не уезжай, Анфиса, она сказала. Порто-Дженевис экскурсия. Она находится в 40 минутах езды от Кемера. То есть 8.50 вас забираем, 40 минут езды, по приезду там садимся уже на яхту, это район недалеко от Сулада, Адрасан, Мальдива, только в другое направление. Это заповедник, которым в этом году разрешили проводить экскурсии, по приезду туда садимся на яхту, она выходит, посещаете несколько бухт, в каждой бухте делаются остановки для купания. Здесь самый большой плюс в том, что яхта паркуется прямо на берег. Многие люди с открытого моря не любят купаться, они хотят с берега. А здесь везде песчаные пляжи. Очень красивая природа. Здесь еще плюс для тех, кто не любит пенные дискотеки, анимации, их здесь не бывает. Здесь спокойно, релакс, отдых. Яхта маленькая, примерно 25-30 человек выходит яхта. Спасибо, спасибо. Примерно 17.30 возвращаемся обратно. Здорово. Мы уже ездили на Мальдивы, нам очень понравилось на Мальдивах. Вы ездили сюда? Да, прям шикарно нам очень понравилось. Сегодня даже дельфинов сюда. Видели, как дельфины там плавали в естественной среде. Но сегодня, я думаю, будет тоже очень круто.